вечер, уважаемые любители Counter-Strike. У микрофона Леон Француз, студия Майнкас продолжает для вас комментировать этот замечательный турнир. Сегодня Ван Вин против СО, so, СНГ Пятерка против португальцев. Начинается все эта встреча, Best of 3 встреча с карты Нюк. И это выбор португальцев. Пока что Дека отыгрывает э, на коротком, замечает одного, убивается. До тем временем успел убить Тревиса. Но пока что размен 4 в 4. Будем посмотреть, как Ванвин будут защищаться. Со пока начали, в принципе, неплохо. Пока одного потеряли. И дальше стоят у нас в секрете и на улице. Глоу, интересная позиция под девяткой. ТДК может заметить одного, замечает и пока отходит назад, дает информацию. Но Гловинга хорошая позиция под девяткой возле этой лесенки. И он сейчас одного увидит. Также его замечают в ответку. И пока не нанесли стального демеджа и отходят назад. Ой-ой-ой, Ром там где-то находит дека. Это было все в секрете. И пока что смещается на короткий. Здесь Флейми. Он играет на часах. Флейми. Ой-ой-ой-ой-ой. Ром просто без шанса. Второй килл дает. И что же будет дальше? Джаст еще находит Фостера. Это было на усах. Ну и последний гловин 1 в 3. Вернее, один в 4. У Метириса еще 2 хп остается. Но тут сложно что-то будет сделать. Очень простая пистолетка для португальцев. Так напомню, друзья, это финал верхней сетки. Также параллельно у нас играют Хит против Экстетик и Фальконс против Висла Краков. Это все нижняя сетка. Там борются за выживание команды. Команда, которая проиграет, вылетает, которая выиграет, дальше проходит э, по нижней сетке, ближе уже к финалу в нижней. А у нас сегодня, если команда проигрывает, <coughs> падает вниз, она еще не вылетает с турнира и дальше продолжает игру. Но пока что флеймин, рампе, его сразу Стодода сбривает без шансов, хотя осталось 16 хп, Егор практически забрал этого бойца. И быстренько паровозиков спуща... спускаются на рампу. Португальцы уже аквариум занимают, отдают бомбу. Тревис одного убрал с дартного пистолета, и дальше арки на размене. Ну, 3 в 4, один красный. В теории можно как-то попробовать, если дека сейчас кого-то со скаутом, но здесь хороший смог кладется. Но будут, наверное, пробовать. Это форс или нет? Или же все-таки отходят? Видим, что Фостер отходит назад, и скорее всего, да, это будет сейф. Первые, вторые арморы имеются на руках, имеется Дигл, и, конечно же, скаут дека должен уносить. Пока что играет 2 в нуле, и Гловин решил погулять здесь по ангару, посмотреть на красоты этой карты так вот, друзья, по поводу португальцев, они выбрали эту карту первыми, у них 15 игр за последние 3 месяца, 73% винрейт, очень крутой показатель, что касается ванвин, у них в принципе не хуже, далеко не хуже, 7 карт сыгранных и 71% винрейт, то есть плюс-минус здесь должно быть где-то 50-50, скорее всего, команды должны показывать очень уверенную игру. Ну и 2-0. Пока португальцы начинают на своем пике очень хорошо. Тем более за Т-сайт. На нюке за КТ полегче, наверное, играть все-таки. Ну и смотрим. Пока Ванви надали отдали форс. Но ну, тройка засейвила. Два дигла и скаут. Теперь по 2000 оставляет на следующий закуп. Будут пытаться здесь дигла что-то кому-то накинуть. Дайка пока просматривает рампу. У него скаут. Ой-ой-ой. Но здесь может сейчас кому-то влепить в голову, если повезет. Ну и видим там, пока Арки со своей компанией тусуются, никуда не торопится, чекают ноль, раскинули первые смоки, ну и пока отходят на улицу. Пока не спеша играют португальцы. Первые два раунда были у них хорошие быстрые. Понимали, что там слабый закуп, скорее всего. Немножко на нежданчики поймали своих оппонентов. И теперь, пока гуляют по улице, не спеша дело раскидывают смоки, чтобы пройти в секрет. Пошел стандартный молик. Ну и Гловин здесь будет пытаться через эту стенку кого-то убирать. А здесь пока никто в смог не заходит, и Гловин думал, что какие-то хитрости произойдут, но они просто на шифте в четвером проходят в секрет. И Джаз будет чекать, наверное, спину. Бомба тихонечко скидывается тиммейту, чтобы никто не услышал тут никакой шорох. И проходят дальше. Пока мы видим Галила, Калаши и Стадода играет с Мактеном. Небольшая засада на пленте А, на точке Б. Дека пока никого не видит на радио. Говорит, ребята, скорее всего, это секрет. Наверное, вы не должны понимать, что это уже нижняя точка. И Дека пока на усах играет, чекает даблдор. Там пока никого нет. Ну и, конечно, будет сейчас со всех сторон сразу вылетать. Первый выстрел, не попадает дека. Есть по нему информация, сразу прилетает туда хаешка, ставится бомба в закрытую. Ну и теперь в спину уже выходит арки и спокойно забирает дека. Очень классно все пока делают португальцы, без каких-либо вообще тут колебаний. Забирают раунд за раундом. И что тут делать? Наверное, нужно как-то пробовать выбивать. Ну, здесь сложно выбить. Флейми пока того отыгрывает. 3 в 4. Арморов, видим, один только армор Гловинга. Он справляется, хороший хэдшот дает по арке. Тот падает. Ну, 3 в 3. Ну, уже бомба на таймере. Дефис китов нету, нет смысла. Хотят, наверное, калаш забрать. Джаз попадает еще по Гловингу. Также стелит и по третьему. Хороший. Такой букетик небольшой собрал, минус 3 дал. Ну и португальцы пока начинают очень круто на своем пике. Друзья, подскажите, как по звуку игры, возможно, чуть громче нужно сделать. Не знаю, как вам, в принципе, более-менее норм. Ну, в общем, пишите, не стесняйтесь, если что, все можно поправить. Итак, первый такой хороший экзамен сейчас для португальской команды. Мы видим, ванвин закупается, у них эмки АВП появляется у ДЭКа. Пошли молики, флешки, смоки в скрип. Глоуин пока под себя кидает смок в секрете и будет дожидаться выхода своих оппонентов. Мьютирис пока там гуляет, но вообще пока не торопится. Нет, Мьютирис уже прошел через ангар тем временем, пропустил э, там боец его. И вот теперь может сейчас добрый вечер он сказать Дека, как стоит собраться. Вот то, о чем я говорил. Дека вообще не ожидает здесь увидеть этого бойца. Гловень почти на бочке затыкал одного. Роум еще находит Тревиса. Мьютирис под девяткой. По нему есть информация. И теперь уже Ванвин Вин потерянная в этом раунде. Они втроем, они... Честно говоря, не понимают, какие стороны смотреть. Там уже А. занимается. Но Форест... Ой, Фостер пока что одного Отыгрывает. Стадода тоже красный, но Арки без шансов. Гловингу тоже есть информация. Он разменивается тоже на одного. Флейми остается последний. Флейми забирает с девятки одного рома. Остается Арки и Стадода. Стадода красный. 37% здоровья. Флейми здесь может как-то сыграть, но слишком нечитаемая позиция оказывается у Арки. И он справляется с Егором. 4-0. Друзья, очень крутой старт. Ничего не скажешь. Напомню вам быстренько пока по статистике. Команда Со so победила Энтропик 2-1 в первой стадии плей-оффа. Потом победила Фэлконс со счетом также 2-1. И вот добралась до э, финала верхней сетки без каких-либо поражений. Также и Ван Вин. Э, забрали они у Файнес 2-0 победу и также 2-0 команды Хит. И тоже дошли вот до финала верхней сетки. Пока что мы видим снова Ванвин. Ван Вин... Беда по деньгам, они решили такой полуфорсе какой-то сделать и оставляя деньги на следующий раунд. Потеряли уже Глоуинга в начале раунда, это было возле скрипа. Пять калашей у португальцев, вернее, одна МК, точнее есть у Стадода, остальных калаши. Ну и здесь Трэвис может в теории что-то сделать. П-200, П-200, на руках имеется, но одного тут застелит, да, это нормально. Второго также с дека, не на пару, третьего, да ладно, это может зацепиться можно зацепиться за этот раунд, но нет. Джаст тут и Metirius угомонили. Дека не попадается со скаута, пока у этого парня вообще не летит со скаута. Что тогда он промахнулся, когда в даблдор выходил оппонент. Что сейчас? Ну, в общем... Да, игру чуть можно громче сделать. Сейчас, друзья. Вот так вот будет. Я думаю, так будет получше. Итак, первая пауза у нас залетает. Тут команды Ван Вин. 0-5 счет. Понятное дело, что не устраивает, видимо, их это все дело. И, наверное, они сейчас будут думать, гадать, разговаривать с капитаном, с тренером, что же можно изменить. Сейчас сделаем вот здесь игру чуть погромче. Я думаю, будет все нормально. Так, пока общаются команда. Возможно, тренер подключился. Какие-то тетради нашел, там заветные тайминги, э, тактики, еще что-то. Ну, в общем, нужно в любом случае сейчас какой-то новый глоток воздуха приобрести и вдохнуть команде «Ван потому что пока 0-5, видим, что у снайпера вообще пока плохи дела. По фрагам пока рано говорить, здесь, понятное дело, все печально у команды «Ван но еще не все потеряно. Это карта нюк. Здесь можно зацепиться за 1-2, и там уже пойдет, поедет по накатанной. Пока что смоки снова скрип. Треви занимает позицию Фрайберга. Дека залезает на девятку. Метерис снова по своей прогулкой все той же дорогой гуляет через ангар проходит и. А, нет, там очень красиво. Глоун, пока сидит за красным, его не видно, но и... И его находит Ром. А Метерисе снова нет информации. Он уже залезает на девятку и. Костера спокойно убивает, чуть было не было, говорит Форест, оставляет ему 12% здоровья, тут нафидел практически Мьютирис, но слава богу свой килл дал, и теперь нужно найти им Тревиса, он играет в мейне, откидывает смачок на улицу, пока что не рискует заходить португальцы, все равно еще есть шанс у Ванви, На они 3 в 5, но Мьютирис красный, и позиционка в принципе более-менее нормальная, если нет, арки уже выходят на точку А, они разминулись там с Тревисом, который ушел в скрип. Ну и что, 45 секунд, это будет сейф или будет попытка выбивания? Если Тревис сейчас одного уберет, нет, он даже его не пережимает, это информация, что там три уже пробежали на план, 35 секунд. Ну вот флейми дека дают по минусу, они 2 АВП уже подбирают. Ну и 3 в 2, мечерис красный, еще раз повторюсь, ну, наверное, это не поможет. флейме, конечно, нужно сейчас кого-то подловить, постараться. Ну, Тут будет сложно, конечно. Стадода тоже не открывается. Он в мейне. Мы видим, дека уже ближе к нулю находится. Да, дефис китов нету. Не хочется отдавать две снайперские винтовки. Это логично. Дека уходит на крышу в флейме. Тоже сейвит. Это 6-0, уважаемые зрители. Вот так вот болельщикам Банвин, наверное, сейчас немножко защемило сердечко. Думают, что происходит вообще. Вроде классная карта у Ванвин, и вот так вот пока начинает. Ну, Но... Не раскликались, наверное, парни, не пошло. М -м. Ну, будем посмотреть. Пока пауза мы не видим. Пока видели только одну паузу от команды OneVin. И Флейм из Дека продолжает играть с, двух... с двумя снайперскими винтовками. Фостер. Что-то ему дали? Или... Да, все-таки дали. Я думал, он сейчас с юспиком побежит на войну. Но все хорошо. 6-0. Ну что, Ванвин, пора просыпаться. Дека, нужны от тебя фраги на улице. В любом случае, без этого никуда. Там уже пробегает один боец под смоки. Один... И Ром. Посмотрите, что творит этот парень. Он уже со скрипа спускается в мейн. Тут зажимает вообще без шансов А Тогда тут также находит Фостера. Ну и 3 в 5. Опять в 2 секунды разваливается раунд. Что происходит с командой Ванвин? Просто очень крутой раунд. Тот снова от португальцев и флеймис Дека ничего опять не могут сделать. Снова сейв, ждем, пока взорвется бомба. Нужно ванвин хотя бы кого-то отстрелить. Ну, в общем... Сами все видите на своих экранах. Это сейф, и Гловин пока гуляет в аквариуме. флеймин на рампах. За красным пытается засейвить. Татарки его, наверное, не найдет. Или же найдет, если дальше пойдет через радио. Да, он его находит, Флейми Флейм не успевает реагировать, да ладно. Егор пока не собрался, да и команда в целом пока что немножко проседает. Мы видим, Арк еще одного забирает, троем выживает португальца, дека только удается засейвить снайперскую винтовку. Да, 0-7, вот такой неожиданный старт, и снова залетает пауза от команды Вин. опять. Видно, парням нужно пообщаться, побольше времени им дать, и возможно, послушать капитана либо тренера. Друзья, спасибо, что вы с нами, спасибо, что смотрите этот турнир, параллельно еще играются также матчи, можете включать мультитрансляцию, наблюдать за прекрасным Counter-Strike и не пропускать никакие матчи. Так, пауза отжимается, 10 секунд остается, Ван Вин снова беда по деньгам нужно что-то... Нет, сейчас нормально закупается. Нет, флейми с диглом остается. Есть Glowing с эмко, есть дека с АВП. Ну да, три дигла. Пока решили оставить на следующий раунд. Возможно, здесь смогут нашлепать по голове кому-то. Но, как мы видим, пока все очень и очень сложно. Но вот арки нормально прогренили. Остается 27% здоровья. И пока на нуле тусуются португальцы. Тревис... Мечется. Флейми пока не попадает на рампе и вынуждает его отойти назад. Сразу же Молик под дека. Он стреляет просто на удачу. Ни в кого не попадает. Но и Флейми здесь на спуске. Будет смотреть усы. Флейми. По первому не полетело. По второму полетело. Минус один. И сразу его разменивают и выходят сразу целой пачкой португальцы на точку Б. Трэвис Гловинг неплохо отвечает. И не дают еще бомбу поставить. Гловинг отлично поработал со своим. Остается последний Роман. У него... 100 хп, конечно, имеется, но нужно кучу позиций проверить. Он прыгает, забирает бомбу. Но еще можно здесь поиграться. Еще целая минута в его распоряжении. Гловин пока не рискует. Взрывает он большую дверь, и тут фостер справляется. Ну вот, первый для Вадвин пошел. Дальше посмотрим. Может быть, это именно тот маленький трамплин, который по которому взнесутся эти парни и начнут набирать свои раунды. Пока за КТ, конечно, на нюке это очень плохой результат. Но если 5, 6, 7 заберут, то уже более-менее можно потом за тест пистолеткой начинать и что-то показывать. Гловин решает агрессивно занять улицу. Слышит, что Мичирис занял возле красного. Он справляется с ним. Также Тревис есть на хелпе, откидывает молик. И тут Гловинга не чекает почему-то Ром, хотя у него была информация от тиммейта. Джаст еще может приговорить. Гловинга стоял, оставляет красным Джаста. Джаст в ответке перестреливается. Один хп у Гловинга, он все-таки выживает, уходит назад. Но вот Дека наконец-то начинает попадать. И в будке забирает арки. И уже Ван Вин 5 в 2. Преимущество для них. Джаст красный. Стадодо есть АВП. Он играет на улице. Неудачная флешка. Вторая полетела более-менее. Флейми забирает красного Джаста. Остается последний снайпер команды Со. So. Стадодо. Играет в секрете. Он с АВП. Пока никого не замечает. Ждет какого-то подпуша. Ну и здесь спокойно. Команда Ван Вин просто засела. И ожидает кончания этого раунда. Это второй уже для СНГ пятерки. Парни проснулись, умылись холодной водичкой и начали потихоньку, помаленьку набирать свои раунды. Ну, 30 секунд. Еще можно пойти поискать, но Ван Вин не хотят этого делать, потому что по деньгам у них не все так хорошо. Хотелось бы им немножко экономику поднажать на свою экономику и закрепиться в ней чуть-чуть. Ну, наверное, здесь Стадодо никто уже не будет искать. Он будет сейвить свою снайперскую винтовку. Так, что у них по деньгам? У Тириса куча денег. У Роман тоже может закупиться, надо сейвит. Ну да, в принципе, там может еще дроп пойти. Так что команда СО закупится в следующем раунде. Там без каких-либо сомнений. Может даже какой-то Галил будет. Но вроде как должно им хватать на все дела. Отличные новости для команды Ванвин Выживает пятерка целиком. И сейчас у нас будет небольшой повтор. Но здесь классный мув совершил Гловинг. Он улицу быстро занял и уже без каких-либо препятствий забрал двух игроков. Третьего еще оставил красным. Да, у вот Just один галил, остальные калаши. У остается снайперская винтовка, которая засейвилась с прошлого раунда. Ну и пока Дека чекает фаст скрип. Выход. Тут пока никого нету, взрывается дверь, и он сразу же через секунду пытается кого-то зарезать в каналах, но там никто пока, как мы видим, не пушит именно эту дверь. Пока снова играет португалец через улицу. Подсаживает стадо, да он чекает СВП здесь каких-либо врагов, пока никого не находит. Играет аккуратно, очень медленно, со... Хотят эти парни, сразу видно, выйти в гранд-финал этого турнира. Ну и здесь двум командам, конечно, нужно попотеть, показать лучшую игру, дабы оказаться именно там. Пока минуту постояли, ничего не происходит на карте. Ван Вин тоже думает, где, кто, куда они подевались. Видим, на нуле пока тусовка. И на улице также полетела стена из смоков. И Джаст возвращается потихонечку с нуля за бомбой возле синего. Глоуинг снова находит Рома. Это было на улице. Пока что этот парень хорошо работает. Сразу перемещается на точку Б через усы. Ну и видим там скомпление пока игроков в секрете от команды СО. So, они проходят дальше. Метирис идет первым. Арки остается на радио. Пока Флейми. Здесь будет у него работенка. Можно тут поиграться с Арки. Также есть еще Джаст. Но нужно хотя бы одного точно забирать. Флейми пока 5-7. По статистике. Но он просто решил упасть. Не знаю, специально или нет. Возможно, нет. Но сейчас будет слушать. 15 секунд остается. Он разбивает аквариум. И Флейми сейчас прыгает к нему. С первым справляется. Второго не смог убить. Джаст разменивает. Тревис. Просто красавчик. Но ну, тут Гловин с кармана вылетает. И двоих последних забирает. 7-3. Браво, Ван Вин. Парни начинают набирать свои обороты. Так, 7-3. Болельщики Ван Вин. Пишите плюсик в чат кто болеет за этих парней. Щиты за них также можете присылать. Ну и продолжаем смотреть. 11 раунд у нас на экранах. Наконец-то Ван Вин. Э -э, доигрались до того, что у Со нету денег. И вот сейчас это будут диглы и всего-навсего глоки. Ну тут Стадодо пытается кого-то подстрелить. Зевса у него не получается. Тревис нормальная реализация. Э -э, калаша. И уже в четвером остается португальцы. Дальше, друзья, будет карта «Оверпаста», выбор команды «Ван и третья, если понадобится, будет «Даст 2». Там по статистике тоже все ровненько, все хорошо. Так что команды сегодня должны показать. Вдвоем, чего они стоят. И вот Трейвис уже просто трехочковый залетает по джасту. Гловин также ловит мьютириса. И тут дека нужно убирать, но нет. Роум. Шикарная реализация дигла. Просто вешает без шансов в голову. Снайпер даже не успел второй раз выстрелить. Но есть информация: у Флейми, главное, сейчас тоже не попасться на этот крючок. Гловин приходит, но вот у кого идет игра, это а пока у Глоуинка он отрабатывает за всю команду. 13-6 у него статистика. Фостер добирает э, последнего игрока и 7-4. Ну, если, кстати, так дальше и пойдет. Ванвин смогут взять 8 раундов за КТ. Э, начнем с того, что счет был 7-0, если кто только подключился. <laughs> ну, то есть вы понимаете, этот счет, в принципе, более-менее будет комфортный. Конечно, за КТ хотелось бы на нюке как можно больше взять, но уже. Наиграли на что наиграли. Снова пока залетает пауза. Теперь уже от команды Со so, потеряли они 4 раунда подряд. И теперь они вынуждены пообщаться с тренером либо с капитаном. И быстренько разобрать, что они делают не так. Пока у нас легкие повторы здесь от Гловинга, который убивает раунд за раундом своих оппонентов. Ну и пообщались португальцы. И начинаем мы дальше наблюдать за матчем. Пауза отжимается и 12 раунд у нас на экранах. Итак, дека остается на снайперской винтовкой, пока у португальцев не имеется такого девайса. У них 5 калашей, дека. Ну, в агрессию пошел, пока этот парень не, не, ходь, не очень хорошо так может найти себя на этой карте. Постоянно как-то мимо него все киллы проходят. ДК и может сейчас зайти в спину. А там еще у него будет в спине арки. ДК забирает одного, но арки скорее всего убьет или нет. Или Дека уйдет. Дека отпустят. Нет, все-таки Дека не отпускает. Арка, конечно же, в спину вылетает. Но есть Трэвис уже. 4 в 3, для Ван Вин. Ну, Гловинг снова поражает своего оппонента. Тут еще есть красный Мьютирис. Если сейчас Тревис откинет ему что-то хорошее, то нет, но ему пока прилетает молик, он не может двигаться, он играет в короткое, открыл дверь. Ну и остается Митирис и Джаст, 4 в 2, не знаю. Очень тяжело им будет, конечно, зацепиться за этот раунд, Флейми включается также, заходит Трэвис и Джаст, ну и здесь уже загнали просто загнанного зверя, 7-5. Отличная пока работа от команды Ванвин, Ну и остается буквально чуть-чуть до конца первой половины. Друзья, еще раз вам напомню, если кто только подключился, что эта игра э, за выход в гранд-финал этого турнира ESL Challenger League турнир на 50 тысяч долларов. И команда, которая проиграет, упадет в нижнюю сетку, также в финал. И там будет уже матч за выход в гранд-финал. То есть все пока еще... Не все будет потеряно. Пошел быстрый выход на Аста. Додо сразу же убирает с карты. Фоста работает сверху на пленте. Тут по нему арки уже настреливают с дигла. Но тут Тревис стелит двоих подряд. Ром забирает Гловинга. через вылетает, но Тревис разворот и ловит. Да ладно, как же это было красиво. И Роман последний стеком. Ой-ой-ой-ой-ой, но тут Ванвин, конечно, раскрутились нормально. Так Флейме решил просто упасть, полетал как Человек-паук и... Шестой забирает, но не повезло там одному бойцу, который вылетал в спину стека, мог бы, конечно, пострелить, но как на развороте сыграл боец Ван Вин, просто диву даешься и не отдают восьмой ни в коем случае португальцам. Еще два раунда мы посмотрим в этой половине и команда поменяется сторонами. Так, пока пошли снова смоки у нас на улицу. Видим, занимают не спеша Мьютирис эту точку. Чекает, никого нету. Но пока Ванвин решили не агрессировать на улице. Решили сыграть более сейвово. <coughs> и именно на улицу побежали пока португальцы. Тут Гловинг снова божит, но у него уже там должен был какой-то ремпейдж быть, я уже не знаю, он каждый раунд дает килл, а то и 2, и 3. Просто красавчик, 15-7 у него статистика, посмотрите, отрабатывает за всех, также Трэвис еще подключился, там 12-8, то есть все хорошо, но вот и дека, АВП работает, не ожидал Ром его увидеть и близ смока видно было, как проходят они а в секрет и подстрелил первого. Там еще второго потеряли, и уже 5 в 3 ситуация, все пока сложно для команды Со, Тревис, нельзя здесь погибать, ему прям бомба на блюдечко выпадает, говорит, ребята, бегом ко мне, но Стадот уже оказывается на планете, не перестреливает в бочину, Тревис на развороте убивает его, последние арки, Ванвин вообще не страдает, Тревис только 73% здоровья, Дека его добивает, 7-7. Просто жесткий размен. 7-0 на 7-7. Вчера мы смотрели матч. Просто невероятные какие-то там камбайки были. Энтропик проигрывали 15-5. Сыграли 15-15. И потом на допах все равно проиграли. То есть жесткие очень матчи у нас бывают здесь. Но ну и видим, что денег уже куры не клюют у команды Ван Разбрасываются здесь девайсами по всей респе забирает нужное себе. Ну и наблюдаем за последним раундом, уважаемые зрители, на этом нюке. Пока видим Усо Галилы, Мактен и один Калашу Арки. В скрипе стоят, если сейчас Фостер зажмет как следует. Ой-ой-ой-ой, то... он поворачивается, попадает в лоб, но этого не хватает. Сэмки, Дека уже флешон и также сгорает. Ну как круто, вылетели Со вообще на нежданчике. Фостер просто лоб-лоб столкнулся и только успел посмотреть врагу в глаза. Ну что, друзья, 8-7, небольшая пауза, и мы возвращаемся на вторую половину. Далеко не переключайтесь. <music> Well, can you tell me something? Tell me something. Instead a while shot, i letting you know that you're the topic of all of my thoughts. Yeah, Cause I'm so sick of this friend song. Уважаемые зрители, спасибо, что вы с нами. Возвращаемся на нашу встречу. Со против Ван Вин. Первая карта этого э, матча в верхней сетке. Ну и пока что 8-7. Со отжали все-таки свою половину, хотя вели 7-0 и Ван Вин взяли потом в ответку 7 раундов подряд. Теперь уже Ван Вин будет у нас атаковать. И тут уже Фостер залезает под девятку. И... Ай-яй-яй, возможно, нужно было на шифте зайти, но он сыграл, как сыграл. Дека пока в мейне с 250 отстреливает. Стадота 14% здоровья остается, но не убивает его. Джаст на хелпе. Ой-ой-ой-ой-ой, еще одного ловит. Это был Тревис уже 3. Здесь Гловинг есть, он не ждет второго. Флеймер разменивает 2 в 2. Тем временем ситуация неплохая. Очень неплохая э, ситуация для команды Ван Вин. Бомба валяется пока что. Нужно ее забрать. Метерис спустился в канал. Здесь Флейми гуляет. Стоит прямо возле канала в упоре. Но и Фостер... Нет, все-таки не падает вниз. Не гуляют... А, бомба вот где валяется. Возле скрипа. Но и арки там распрыжкой забирают бомбу. Метерис пытается кого-то подрезать. Интересный мув от него, возможно, будет. Фостер. Но и пока Ван Вин не понимает, где оппоненты. Нужно все чекать. Арки заметили его. Нужно его вдвоем додавить обязательно. Но арки могут сейчас... Может с Юспана стрелять? Нет, он не справляется ни с одним из них. Два половинчатых остается Фостер и Флейми. Они бегут на... на улице в Секрет. Или нет, в Секрет, наверное, не успеет на точку Б. Метерис все это дело читает. Он в канал спускается. Ванвин носится по карте. Пока что Залетают в мейн. Остается 10 секунд. Нужно побыстрее ставить бомбу. Они ставят ее в закрытую. Отлично. Чекается девяткой флейми. Вот так вот пикает и забирает пистолетку для своей команды. Шикарный мув от этой двойки. Ну и важнейшая пистолетка взята. Напомню, друзья, вторая карта будет овербас. Это уже выбор команды Ван Вин. Если они хотят закрывать здесь 2-0, то нужно, конечно, на нюке постараться очень сильно. Ну и параллельно играют также в нижней сетке Хит против Экстетик и Falcons против висла краков. Также не забывайте про эти матчи, включайте мульттрансляции и наблюдайте за шикарным Counter-Strike. Пока Ванвин откидывает молик через скрип э, под мейн. Ну и он догорает, пока никого там не замечают. Также лежит смог. Ванвин откидывает смоки на улицу. И пока под, шиф под шифтами никуда не торопясь, выходит по улице. Стадода нашивает здесь дигла в смог. Видим, что. Пока атака очень далеко от этого смока. Вот Глоуэн первый уже выходит сюда. Есть Галила на руках, есть у Дека Мактен. Нужно постараться ему с этого мака настрелять побольше фрагов, чтобы заработать побольше экономику для себя и для своей команды. Ну что, видим, здесь Метири стоит на смоке. Попали мы немножко по плечику. И вот Мактен полетел, тут разменивают его. Нормальная ситуация пока для Ван Вин. Ну и тут Роум просто в спину на улице прибежал и убрал. С карты Гловин шикарная стрельба по арке. Это было на усах. Скаут пока что не работает. Стадода его подбирает. Ну и 3 в 2. Нужно такой ванвин забирать. Гловинг еще один минус шикарно дает. Уже 21 килл стрелял этот парень. Просто его пока не остановить. Ну и Роман, конечно, должен сейвить. Давайте пройдемся по лидерам команд, уважаемые зрители. У команды СО это... Как раз таки Ром у него 1.11 кд за последние 3 месяца. Что касается Ван Вин, это у нас Дека, снайпер команды 1.21. Пока у него в начале игры не очень хорошо получалось попадать по противникам, но в конце первой половины парень подключился, начал попадать, делать важные киллы и 7 подряд Ван Вин забрали. Сейчас уже они вперед выходят, 9-8. И что? Снова будет, наверное, у команды со сейчас э, экономический раунд, так как денег мы видим совсем не густо, по чем-то тысячи у них на руках. Был форс, но они его не реализовали. Теперь Ванвин выход на десятый раунд. Так, полетели. Но это опасные диглы могут быть. Нужно в один поаккуратнее сыграть. Португальцы могут опасненько так настреливать. Джаст пока перемещается на будку. Здесь нестандартным пистолетом играет. Также у него есть еще и Смачок, если что, ну Дека просто по ногтям настреливает ему, вылетает дальше через скрип. Вся пятерка, нет, не пятерка, четверка бойцов Ванвин, двойка уже прошла дальше, Роман. Тем временем в спину настреливает. Что происходит? Если бы он сейчас так в смог забрал, было бы дико красиво, конечно. Уже на планте. Двойка команды СО под девяткой. Не понимают, залазит туда или нет. И Глоувинг решает пойти на поиски по улице. Отличный мув от него. Нужно здесь в ангаре ловить парней. Один играет под девяткой. Глоувинг наверное, сейчас будет ждать здесь. В стекле. Ой -ой, ой 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 он справа вообще не ожидал. И арки ему спокойно шлепает по голове. Но посмотрите на хп. Фостер и Флейме. 10 хп он у двоих. Но Дека тут издалека шикарно стреляет пока с Мактеном. Нужно бы кого-то еще забрать. Нужно заработать этому парню побольше денег. Будет стараться он это сделать. Роман тем временем пока подобрал калаш, но флейме. угомонил его сразу же. Четкий выстрел в голову. Деку также добивает арки. И пока не удается засейвить ни фармганы, ни калаши, ни диглы. Пока один митирис остается. 9-12 статистика. Более-менее все нормально. Выживает и сейвит дигл на следующий раунд. Но все равно будет хороший бай у команды СО. So, так что этот дигл, в принципе, наверное, сильно и не поможет. 5 темок мы видим на руках. И уже 10-8 появились. СНГ пятерка. Так, пауза у нас залетает, уважаемые зрители, от команды Ван Наверное, они хотят немножко сбить темп, сбить пыл. Немного пообщаться и продолжить уже с новыми мыслями этот раунд. Так, пауза пока не отжимается. Видимо, решили поговорить подольше эти парни. Можно, кстати, две подряд взять. Нет, все-таки отжимается. Все отлично. Продолжаем. Вот у вас пики навер э, наверху в правой части монитора. Вторая карта Оверпас и Десайдер Даст 2. Но если сейчас Ванвин закроет карту Нюк, то уже на Оверпасе будут э, очень большие проблемы у португальцев, так как у них по статистике там все намного хуже, чем у СНГ пятерки. Так что будем посмотреть, как они будут справляться. Так, скрип взрывает уже дверь, откидывает туда молик. Молик на будку. Джаз пока здесь находит безопасное место. Сидит здесь прямо над выходом. Ну и Ван Вин пока не пошли. Флейми там в скрипе. А Роман зашивает по нему немного через смог, но не попадает. Пока дэмэджа ни по кому нет. Только Фостер немножко пострадал. У него 38% здоровья остается. И Дека на молике стоит на крыше. Но это должен был выход, наверное, быть на точку А. Или быть сейчас какой-то фейк молик. Флешка пошла через рамп. Тут арки. Зашивает одного Тревиса в смог. И дальше пока не подставляется никто. На Мютирис находит Глоувинга. Главную пока что звезду СНГ пятерки, которого залетает строго в голову. Ну и что, 5 в 3, буквально за 20 секунд не получилось выйти у них на рампу, и теперь не знают, что они делать. Бомба есть, конечно, на руках. Один красный, хороший молик на Фрайберга, и там Роум падает. Ну, 3 в 4. Как-никак Дека может выйти на курятнике, забирает еще одного Джаста, это 3 в 3. А это уже неплохо, еще на Планете один не читается, Стадода Метирис также отстреливает своих оппонентов. Фостер остается последний, погибает 10-9. Но ну, nice команда Ван Вин. Но очень сложно было еще одного прочитать на пленте. Я бы сказал, просто нереально. Так, деньги остаются, конечно же. Хоть и бомбы не было поставлена, все равно денег много. Но они уже потихонечку, мы видим, заканчиваются. Если Ван Вин проиграет этот раунд, то дальше уже будет... Экономически, скорее всего. Только Глоуэн сможет закупиться. У него 2000 еще остается. Трэвис пока взорвал дверь. Дает смог. Смотрит здесь в мейн через него. Никому пока не попадает. Глоуэн пытается играть на улице. Там есть, видим, небольшая агрессия от команды СО. So. Тревис вышел через скрип. Нужно ему попасть вот сюда. Но там Ром страхует. Ром еще второго с улицы забирает. Глоуэн ничего не смог сделать. Да ладно, как же не везет сейчас команде Ван Вин. Потому что Джаст мог бы погибнуть, но он еще убивает одного Флейми, который пытался здесь его подловить. Ну и что? 4 в 1, дека последний. Есть 100 хп, есть второй армор, бомба на руках. Но будет невероятно сложно взять такой супер клатч. Да, и не подфартило там одному из бойцов, который выходил. Он уже буквально увидел голову на будке, но тут... Роман сыграл очень круто и подстраховал скрипы. Все это дело. Дека не перестреливает Метириса, В четвером выживают португальцы. Хорошие новости для них. Немножко экономику потянут вверх. Ну и 10-10. У нас временный паритет. И все интереснее и интереснее становится эта встреча. Это пик команды Со. So. Уважаемые зрители, дальше будет оверпасс. Выбор команды Ван Вин. Так, полетели. То, о чем я говорил. Ван Вин. Сейчас Глоки и... И диглы больше пока ничего у них нету, даже арморов не имеет, столько у одного гловинга, потому что у него хватило денег с того раунда. Ну и теперь какие-то надо чудо-хедшоты с диглов. Больше здесь ничего не спасет. Мютирис пока с Ром играет на улице. вы делает выпад. Сразу флейме отлетает в следующий раунд. Говорит, дружище, потом поговорим с тобой. Ну и. <coughs> Тут что-то сложное будет, конечно, сделать. Нужно просто попытаться, хоть какие-то килл какие-то пару, пару килов найти, и все будет для этого раунда нормально. Команда Ван Вин. Роман тоже перемещается в скрип у нас, как мы видим. И там на улице можно собрать целый урожай. Роман пока что не рискует выходить. Метирис отыгрывает еще одного. Ром вылетает. Но вот Дека, первый хедшот есть. И хотя бы задача минимума выполнена на этот раунд. Знают информацию о деке, он был за красным на улице. Также Джаз подъезжает еще в секрет. Метирис занимает неплохой угол за синим этим иксом и добирает спокойно. Спокойненько дека 11-10. Пока португальцы выходят снова вперед и снова у нас пауза. Вот команды Ван не спешат. Как мы видим, команды использовать все это дело. На самом деле и правильно, потому что есть команды, которые вообще не используют паузу, просто у них что-то не получается, они даже не пытаются это как-то исправлять. Здесь наоборот, картина в плюсы. Тренер и капитан молодцы, быстро берут паузы, реагируют на какие-то ошибки и пытаются их исправить по ходу дела. Ну и пообщались. Команда OneWin будут сейчас пытаться Снова на последние деньги закупается. Будет пытаться сейчас сравнять счет снова. Но мы видим, что очень классно. Пока отыгрывают на своем пике. Прям давят, давят, давят. И ванвин немножко тяжеловато приходится. Но надо верить. Надо верить в себя и никогда не сдаваться. Пока полетела э, стенка смоков на улицу снова. Метирис откидывает за красный хаешечку. Тревис спускается вниз. А здесь на Мэйне. добрый вечер. Он уже падает. Он ожидал его. Но не так это быстро так быстро все это произошло, что он даже не успел ничего сделать, только пострелял по Тревис, остается 20% здоровья. Ну и 4 в 3, бомба стоит, это сейф, скорее всего, или нет, или пойдут, 2 в девятке, нет, наверное, пойдут, 2 в девятке, арки уже близко, Трэвис есть красный, он играет возле скрипа, Дека за плентом, Дека замечать одного бойца, у него остается 10% здоровья, как его не добил арки, непонятно, но здесь есть Митирис, он играет в ангаре, бомба уже на таймере, нет, все-таки решили уйти, команда Сона сейф, ну и втроем, если выживут ванвин, это будет хорошая новости для них. Тревис 10% здоровья. Били вот от всей команды. И он чудом пока выживает. Метирис находит глоувинга. Ну и нужно двойки сейвить. Естественно, здесь стреляться ни в коем случае нельзя, потому что по деньгам будет полная беда. 4, 3, 3, 800, 3, 700. Ну. Закуп в любом случае будет. Посмотрим, будут ли это калаши либо галилы. Там есть один раздроп. Uh, ну, и остается последний Фостер. Ему что-то дадут, либо он просто купит. Да, Галил один есть. Но зато упорно гранаты делают. Ван Вин все правильно делают. Есть старые арморы. Все пока четенько. С таким закупом, естественно, можно работать. Что касается португальцев, у них денежки немножко тоже уже заканчиваются. Видимо, некоторых игроков там есть по 100 долларов. То есть не все тоже так радужно. В общем, это, вот именно этот раунд очень важный с экономической точки зрения. Если Ван Вин одолеют его, то дальше будет у них новости получше. Пробегает один Тревис. возле ангара. Да ладно, еще успевает забрать Метирис. Астадодон на размене с девятки работает с ВП. 4 в 4, прекрасный мув. Ну и для атаки это все равно в плюсы, скорее всего, потому что могут сейчас в большинстве выйти на одну из точек и попробовать разменять здесь Романа и поставить бомбу. Но тоже не так будет просто, потому что мы видим, есть АВП, есть на будке один игрок. Втроем подходит под скрип. Есть Гловин, который гуляет пока на улице. Он вычисляет под девяткой позицию. Но ну и тут Джаз на планте. Очень хорошая у него позиция. И Романа тоже сложно будет пройти. Он тоже играет на будке. И как разыграет эту ситуацию Ван Вин, сейчас будет видно. Гловин проходит под девятку. И если он сейчас сюда залезет, Конечно же ждут ванвин этого Мува. Гловин вылезает. Это шикарный тайминг для него складывается, потому что Ром в эту секунду отворачивается. Есть еще на пленте один. Гловин без шансов удаляет двух с карты. И ставит спокойно бомба по точка, Но есть тогда до спине. Это 3 в 2. Раунд еще не закончен. Гловин третий минус для себя находит в этом раунде. Шикарная работа от этого парня. И Арки e вынужден, конечно же, сейвить. Он играет на усах, на рампе. Ну что тут можно сказать? Гловинг ждал. Роман его... И вот именно в ту секунду, когда он отвернулся, поднялся Гловин. Так бы на самом деле могла быть намного печальнее ситуация для Ванвин, но сложилось именно в их пользу пока что. И сейвят они еще три гана. Шикарная работа от них. Денежек нет, но они будут раздропываться и все будет хорошо. 12-11 пока минимальная победа на данном этапе команды Ванвин. Так, бомба взрывается, арки сейвит свой калашик. И мы перемещаемся в следующий раунд, уважаемые друзья. Повтор небольшой от гловинга, шикарный два минуса. Второй просто спиду залетел. И вот здесь еще также он авапера снял. Так, ну мы видим, уже у Джаста появляется МП-шечка. Первый МП-9. Видим с деньгами большие проблемы. Стадодаса ВП Раско... раскошелились все здесь, чтобы он купил ее. Ну и смотрим, как будет реализовывать. Дека тоже появляется снайперская винтовка в атаке. Интересное решение. Будет пытаться отстрелить улицу. Гловинг пока здесь ждет какого-то бойца. Это был Мютирис, Он отходит назад. Не решается пикать до конца. Боится, наверное, что там может быть снайперская винтовка. Поэтому играет более сейвовым образом. Ром играет... У нас в мейне Мьютирис был опасненько. Мог бы сейчас кого-то подцепить. Но дождавшись Ван Вин пока закончится эта стрельба через смок, они потихонечку под шифтом проходят скрипт. И здесь Стадодо... Ой-ой-ой-ой-ой, я Стадодо -ой видел одного, есть информация. Смочок прям на тоненького лежал, прям очень было опасно, и благо для игрока Ван Вин он не успел среагировать. И тем временем Роман и Джаз уже пушат здесь ноль. Ну и вниз уже смещается. Посмотрите, сколько игроков от команды СО. So. Будет сейчас коротко открываться, будут чекаться усы. Тут нужно куча позиций проверить ванвин, Возможно, нужно еще отойти. Но Дека перестреливает Стадода. Сверху также убирает Тревис Арки. Да ладно, Арки ни одного с этой позиции игрока не забирает. Подбирается метеорисом снайперская винтовка. Бомба занята. И что? Нужно опять уходить на сейф. И это да, нужно уходить на сейф. И еще Флейми здесь Джасто на нуле подбирает с собой. 5 в 2. Но мы видим Ван Вин после 0-7 просыпается очень сильно. Флейми раскликивается уже в 15-14. В большей единичке выходит. И красавцы эти парни, конечно, они камбэкать умеют. Ну, не ожидал я, честно говоря, прям именно такой прыти. Думал, что со не будут уже отпускать, но вот так вот Ван Вин просыпается очень даже вовремя для себя. Пока Митири сейвит на крыше АВП, видим по деньгам, вообще полная беда у португальской пятерочки, 2000. Ну да, тут нужно, конечно, расливать и оставлять деньги на следующий раунд, либо форсить, но это очень рискованно, это уже железно будет 15-й раунд для команды Ван Вин. А у них все хорошо. Трэвис 5000 уже накопил. Флейми 8000 имеет. Гловен 6. И все шикарно. По деньгам прям все круто. Ванвин ставят снова паузу. Это, по по-моему, четвертая пауза от них. И надо сейчас дека попробовать куда-то запустить. На какую-нибудь крышу. Либо просто на улицу за синим, за красным. Попытаться найти стадода. Если убивает стадода, то здесь, скорее всего, уже раунд будет... Потихоньку подходить к концу. Но не забываем, у Метириса у Арки есть два дигла. Это опасное оружие. Частенько залетает плюшки с дигла. Очень даже болючие. 13-11. Уважаемые друзья, спасибо, что вы наблюдаете этот прекрасный матч вместе с нами. Полетели. Дека АВП. Стадода АВП. Будет ли перестрелка снайперов? Сейчас посмотрим. Стадода пока занимает возле ангара наверху подсаживает его, смотрит улицу. Дека решил сыграть пока на нуле и почекать усы. Какие-то поджимы, арки играет на подсадке. Стадо остается 23% здоровья, убегает, просто уносит туда на пятой передаче ноги. Выезжает Фостер. И здесь да, да вот так вот перемещается арки убивает с дигла дека. И вот то, о чем я говорил, диглы это очень опасная штука, нельзя под них подставляться. И тут еще Гловинг на шифте идет и могут... Не прилетает Мечерис, не, не попадает с первой, Гловинг на развороте. Ай-яй-яй-яй, как же обидно для этого бойца. Гловинг уже занимает аквариум, тут арки есть в кармане, Трэвис ловит тем временем Джаста. 5 в 3 была ситуация, уже становится 3 в 3. Гло... Ром играет Арки все-таки забирает гловинга, один играет в каналах, стадо играет с вп на пленте А. Ну и куда же пойдет Трэвис и Флейми? Очень сейчас ответственный для них момент. Нельзя подставляться подавик. Есть у них информация, что где-то на точке Б один гуляет, это а Арки. Он уже реализовал свой дигл. Ну и видим по позициям, пока все более-менее нормально. У команды Со so, Сейчас нужно с э, Трэвису и Флейме убирать вот этого пассажира, который здесь засел, на точке Б, прям на пленте. И если его убирают, то, я думаю, проблем уже никаких не будет. Тревис, Тревис, попадает ему в голову, Тревис падает, остается последний Флейми. 20 секунд, Флейми нужно побыстрее действовать, арки, третий минус в этом раунде, и он тащит для своей команды супер важный раунд. Ой-ой-ой-ой-ой, ну как-то неаккуратненько подставились под эти диглы, Ван Вин, и вот, пожалуйста, то, о чем я говорил. Могли уже приблизиться к концовке этой карты, но нет. Sony отпускают, говорят, ребята, мы еще пока поиграем здесь, это наша локация, мы будем на ней сражаться до последнего. Арки, пока мы видим, после этих трех килов вырывается вперед у своей команды по фрагам, 19-15 у него статистика. Что касается Гловинга, там уже 26 на 15, отличная работа, у Фостера пока не совсем идет игра, 7-13. Но ничего, это все исправимо, главное, чтобы команда раунда тащила. Погнали, дальше наблюдать. Пауза. Тем временем у нас залетала от команды Вин. и полетели мы дальше смотреть. концовку этого нюка. Возможно, допы. Кстати, кто за допы, пишите плюсик в чат. Кто любит это мероприятие. По-моему, это очень зрелищная штука. Так что, возможно, на первой карте мы все это дело посмотрим вместе с вами. Так что достается снайперская винтовка играть. Теперь уже дека. Не хватает на снайперскую винтовку. Возможно, бы у Фостера схватило, но они решили поиграть с калашами немножко побыстрее. Изобразить выход, а тем временем Трэвис уже выходит со скрипа. он то все дело происходит с Маке на шифте. Пошла флешка. Тревис, чекает все позиции. Вылетает на точку А. Но тут мгновенно минус 4, минус 5. Казалось бы, хороший был выход, но не хватило смока на мейн. И с мейна там уже всех ребят начали разбирать из девятки. 13-13. Что по деньгам? По деньгам у Ван Вин, у некоторых бойцов есть чем раскошелиться, а у других не совсем. Но это выбор, я думаю, очевидный. Тейки диглы. Даже не у всех диглы, у двух глоки остаются. По 2000 оставили, но это правильное решение. Если сейчас проигрывают, скорее всего, проигрывают Флейми. Метириса наказывает на улице. Полетел здесь Роман, и Трэвис тоже его затыкивает. А это небольшой шанс появляется для команды Ван Вин. Двойку потеряли команда Со на улице. Есть Флейми, тут арки одного отыгрывает. Это был Трэвис, это был Тек. Но есть три, нет, два дигла пока на руках. Деку нужно покомфортнее пистолет какой-то подобрать. И возможно получится зацепиться за раунд. Глоуинг выходит со скрипа, попадает раз-два. Джо ну, Джоаста остается 20% здоровья. Глоуингу нужно было попасть всего лишь раз, но он не попадает. Ну и так неплохо покоцал. На одну патронку с дигла можно здесь брать. Стадода замечает двух на улице или одного. Нет, наверное, двух все-таки заметил и убегает быстренько с девятки под точку... Э, вернее, под план под точку А. Здесь Дека пока гуляет под девяткой, Арки вообще спрятался в карман. На точке Б не хочет он вообще воевать, говорит, ребята, если братья на Б ставить бомбу, то я здесь покажусь, а пока посижу потихонечку и подумаю над поведением своей э, команды. Ну что, Джаст, пока что убивает еще одного бойца. Флейме есть темка, но это уже не помогает, то Отрабатывается ВП уверенно по последнему фрагу и 14-13. Теперь в -Ви нужно закупаться. Ну и важнейший раунд для них. Если они проиграют, то дальше какие-то диглы, возможно, спасут игру. Но сейчас нужно с калашами стараться дотащить. Да, всем привет, чатик еще раз. Всем желаю приятного просмотра. 14-13. Португальцы на своем пике, на нюке, пока вырываются чудом вперед после того раунда, который был очень неоднозначный. Но Ван Вин не дотащили его. Флейми, тут молик лежит под скрипом. И если Роман подставится. Нет, не подставляется. Флейми немного пострелял. Еще пострелял через смок и пока не попадает. Прилетает хаешка, флейми немножко поменял позицию. И хорошо, что поменял. Осталось 91% здоровья. Арки здесь в очень жесткую такую щелку наблюдает, если кто-то выйдет. Ну и на смоке стоит, либо на молике. Не, нас. На, да, на молике стоит, отдает свой молик, но Фостер просто на лыжах выезжает, убирает его, 20% здоровья остается, но это не важно, главное дал свой килл, 4 в 4 пока что. Тревиса потеряли, Со потеряли арки. Флейми ждет какого-то подпуша с нуля, ну конечно же Со никуда не полезет, это очень ответственный момент для них, понятное дело, что здесь у всех уже нервы, я думаю, на пределе, именно в такой момент Джаст сидит пока на... На точке ап, чекает куры, выход здесь на пленте. Дека и флеймит. Ай-яй-яй, Роман видит тень, сразу же забирает Гловинг. Гловинг не ожидал. Но и могут разменяться. Сейчас, то нет, Дека пока разменивает только одного. Он мгновенно минус 2 прилетает. У него 20% здоровья остается. Фостер знает, наверное, про Стадода. Но тут уже сложно будет что-то сделать. Слишком мало здоровья остается. Хоть и Роман и Стадода красные, но где их искать, только непонятно. Роман играет пока в мейне его убивает. 15 секунд остается. Стадодо дает флешку с девятки. Стадодо, Мьютирис. А что он делает внизу? А, он думал, наверное, что через каналы может упасть. Ну что, Фостер, можно попробовать поставить бомбу? Просто... Нет, он фейкует. И нужно было постараться поставить бомбу. Но он, конечно же, не знал. Думал, что где-то в спине сейчас окажется игрок. Мютирис залезает на девятку. Просто пикнул один раз и ничего не смог. Поделать с этим раундом парень, который засел только что Калаш под ником Фостер. Ну что. Да, печальные новости, конечно, для Ван Вин, но еще есть какие-то шансы. Есть Галил, есть заселенный Калаш, есть Диглы, есть Мактен. Это такой весь суповой набор, который у них остается. Ну и нужно, конечно, поднажать парням. Очень будет сложно. Команда Со so собралась на последних раундах на своем пике. И видим, что очень пока страдает по экономике Ван Вин, вынуждает они вот так вот закупаться. Хилинга так слабенько закупается, но можно с этим работать. Нужно найти теперь на улице Метириса, который, который, очень агрессивную позицию занимает. Как оттуда его выкурить, вообще пока непонятно. Ван Ви, наверное, туда и не полезет или нет. Дает один смог на красный. Ну, какой-то немножко странный смог пролетел. По-моему, он там не перекрывает вижен. Возможно, промахнулись. Метирис слышит, что Трэвис здесь прыгает и пикает. Пошла стена смоков. Джаз сидит пока на курах. Никого здесь не видит. И если Метериса не чекнут, да, так и происходит. Трэвис первый не чекает. Но если Гломик не разменивает, то это уже какая в этом раунде. Шикарная флешка от Стадода И Метерис спокойно делает минус 2. Ну что, друзья, это прямой путь команды СО, чтобы они взяли первый пик. Тут полетел уже Фостер. Джаст его спокойно перестреливает сверху. Ну и остается 2 в 5. Тут уже просто выход пошел. Дека чудом кто-то перестреливает Джаста. И остается последний флейме. Он с деглом. Здесь его спокойно дотыкивает. Ну что, друзья, португальцы берут первый пик. Это 16-13. И мы переезжаем буквально через 10 минут на следующую карту. Это будет оверпас.